Всем привет, друзья! В моих руках сейчас находится молочный шоколад Аленкова с кондитерской фабрики, известной Красный Октябрь. На обороте шоколада что мы видим? Срок годности, он соответствует. Есть штрих-код, есть QR-код, по которому можно через приложение «Честный знак» определить достоверность этого шоколада. Предлагаю сейчас в этом убедиться. Я недавно установил приложение, называется «Честный знак». Предлагаю им воспользоваться. Так, и отсканировать. Ну, начнем штрих-код. Как мы видим, товар не найден. Давайте еще раз попробуем. QR-кодом. Думает, видимо, ищет. Наверное, ну хорошо. Вообще выбило, получается, из сети. Ну, еще раз давайте попробуем. Так. Включаем, проверить. Наводим. Какой-то сбой произошел. Не видит, видимо. Еще раз пробуем. Наводим QR-код. Какая-то ошибка. Отправить отчет. Ну, давайте еще раз через штрих-код. Товар не найден. Так что, друзья, делайте выводы. Прежде чем что-то покупать, надо проверять продукты питания. Мы уже дошли до такого уровня. Поэтому делайте выводы и берегите себя, своих близких, и берегите свое здоровье и здоровье ваших близких.